Известный боксер Николай Валуев приедет на всероссийский турнир по боксу в Набережных Челнах. 14 мая там пройдет международная матчевая встреча по боксу между командами сборных России и Германии. В столице Татарстана начаты работы по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. Стало известно, что торжественная закладка собора запланирована на 21 июля текущего года. Россияне смогут получить кредит в онлайн-режиме. Минкомсвязи приступила к разработке соответствующего механизма кредитования. Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения. Певец выступал под номером 9 с песней «You are the only one», попавшей еще до начала Евровидения в топы европейских чартов. В Казани летом откроются театральные подворья. Продавцы в сценических костюмах будут торговать сувенирами и сладостями. Татарстанцы стали тратить больше денег на еду. Оборот общественного питания по итогам первых трех месяцев составил больше 8 миллиардов рублей. Разработки аспиранта КФУ привлекли крупную зарубежную компанию. Аспирант химического института Дмитрий Корнилов удостоился специальной премии компании «Топса». Фабрика «Казанский текстиль» будет снесена ради возрождения Адмиралтейской слободы. Руководство фабрики планирует перевести мощности с промплощадки в Кировском районе за пределы города, освободив 3 гектара земли под жилищное строительство. В Татарстане сертифицировали инновационные гидроцилиндры для сельхозтехники. Испытания прошли в лабораторном корпусе инженерного центра Казанского федерального университета. В Казани откроется школа вожатых для мусульманских детских лагерей. Она пройдет с 11 по 14 мая в Российском исламском институте и ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.